Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Медленно вступаем мы в последний месяц лета. Становится немного грустно. Улетают наши каникулы, как ясные соколы. А там опять учеба, вздохи да заботы. Может быть и правда, лучше жить по старому стилю, ведь там еще июль, месяц веселый. Да и вообще, иногда неплохо мысленно вернуться куда-нибудь в старину. Люди там были попроще, жизнь шла потише. Умели наши предки и трудиться, и радоваться. В их сердцах нередко рождались высокие замыслы. Завтра, к примеру, у нас память преподобного Германа Аляскинского. Думаете, из Америки был он родом? Нет, ничего подобного. Происходил он из города Серпухово, из потомственной купеческой семьи. В школе когда-то нам говорили, что купцы, у них одна песня: подешевле купить, подороже продать. Но, наверное, это совсем не так. Во всяком случае, этой песней не насыщалась душа юного Германа. Не о прибыли он думал, а потому в 16 лет оставил родительский дом и стал иноком. Сначала в обители под Санкт-Петербургом, затем на Старом Валааме, а потом и вовсе в Русской Америке. Именно туда направил он свои стопы вместе с другими монахами Валаамского и Каневского монастырей в конце 18 века. Для чего? Чтобы нести местным жителям свет Христовой веры. Не было там тогда никаких американцев. Жили только русские промышленники, да смиренные алеуты. Увидел алеутов инок Герман и полюбил их на всю жизнь. Сами посудите, эти люди, обитавшие на краю земли, знали, что миром правит Бог. Этот Бог милостив и справедлив. Его нельзя гневить дурными поступками. А за добрые дела воздает он щедро. Много алеутов жило на острове Еловый, к югу от Аляски. Там и поселился преподобный Герман. Назвал он этот остров Новым Валаамом. Наверное, за красоту природы. Добрые русские люди построили ему домик, а также деревянную часовню и школу. В ней преподобный Герман обучал детей и взрослых православной вере. Алеуты слушали его без устали. Разумеется, не все понимали. Отец Герман это видел. А потому не только словами старался проповедовать Христа, но и своим любящим сердцем. Ведь там, где из сердца исходит тепло, люди понимают друг друга и без слов. Прошло немного времени, и отец Герман увидел плод своих трудов. Согрелись застывшие души алеутов, и начали они приходить в его келью толпами. Кто с чем? Одного нужно было утешить, другого наставить, третьего помирить с обидчиками. Особенно ласкались к нему дети. Для них у святого всегда находились крендельки и сухарики. Мало-помалу обучил он их и церковному пению. Так что по воскресным дням вся округа приходила послушать прекрасный детский хор. А когда уходили дети, к келье святого подбегали другие постояльцы. Множество зверьков и птиц собиралось, чтобы покормиться из рук старца. Иногда забредали к нему и местные лесные вельможи, бурые медведи. И для всех у него было угощение. Из России в адрес алеутской миссии приходила обильная помощь. И вскоре многие острова украсились храмами. Но однажды пришел туда корабль из Соединенных Штатов. Думаете, что он привез? Оспу. Не прошло и двух недель, как алеутские острова были охвачены этой страшной болезнью. Люди советовали отцу Герману временно уехать в Россию. Но разве мог он? Разве мог оставить своих новопросвещенных чад? Наоборот, он бросился в самую гущу эпидемии, обходил больных, проводил с ними дни и ночи, лечил, чем мог. И, конечно же, горячо молился Богу об избавлении от напасти. По милости Божией,
Через месяц поветрие прекратилось. Отец Герман облегченно вздохнул. Его духовные дети уцелели. В другой раз на Еловом острове случилось наводнение. Жители в ужасе бежали от ревущих морских волн. Но святой Герман не испугался. Взял он икону Пресвятой Богородицы и смело, смело вышел навстречу бурному океану. Поставил образ на берегу и вознес молитву к Богу. Вода, вода, все приближалось. Алеуты со страхом смотрели на грозную стихию. Но преподобный Герман, окончив молитву, бодрым голосом сказал: «Не бойтесь, далее место, где стоит святая икона, не пойдет вода». Слова святого сбылись, и остров был спасен от затопления. До конца жизни преподобный Герман неотлучно пребывал со своими чадами, стал для алеутов родным и близким. Они уже не чаяли с ним разлуки. «Да я и не буду с вами расставаться», – утешал он их перед своей кончиной. «Где бы мы ни были, с Богом мы всегда вместе». Лишь спустя многие годы по представлении святого его нетленное тело было перенесено на соседний остров Кадьяк. Но ведь это всего 2 версты от Елового, и уж алеуты знают, как туда доплыть. Там, в храме Воскресения Христова, и почивают ныне святые мощи преподобного Германа. Во дни его памяти весь остров становится нарядным, а главное – преображаются души человеческие. Вся русская Америка славит великого святого, а он, конечно же, помнит и о России. С праздником вас, дорогие друзья! До свидания, мои хорошие! Всего вам самого доброго! И да сохранит вас Господь!